Всем привет, привет, Спанч Боб и Ассасин, Ассасин уже включил запись. Да, включил. И что я буду снимать? Я буду снимать Half-Life Post Force, точнее, продолжать. А Ассасин будет продолжать Майнкрафт, я прав? Да. И я буду играть в новую игру, на медиуме. Да? А у меня тут слетела карта, что очень печально. Я надо игру проходить. Секунду, я должен убрать звук вообще, сделать его очень максимально маленький, иначе тут все очень нехорошо. Угу. Итак, нам повезло, у меня тут рядом деревня, так что нам жутко повезло, а еще ну, где-то рядом каньон. Мне показалось X-Ray. Нет, я читами не пользуюсь. Это просто залагало. При загрузке мира. Так, что в сундуке? Обсидиан и жилет. Я пока помогу. HQ. Where the hell are we anyway? Ладно. Well, apparently thought we were heading to your mother's house. So far this all looks familiar. Did it look you today? Не будете, я что давай. Anywhere. Так, а тут кто живет? А тут живет Тихо. Well, what? Feels like... Like another babysitting job to me, man. No shit, man. Babysitting job my ass. This has training mission written all over it. Why else would they have kept our orders from us for so long, huh? Yeah, what the hell is that all about? Don't you know what we're doing? This guns not even telling us what we're going in for, man. Do you have a problem, Private? I will give you your orders when we have reached the LZ. You got that, soldier? Sir, yes, sir. I don't really give a damn what we're going in for. As long as I can kill me something. I heard that. Watch your vector, Goose. Your hands get a little tight here. What the fuck? Another search of the two operators, and I'm going to repent. Yeah, I'm going to repent too when I got a search out rescue. You're sorry, Ann. Anyone out there? I'm sure you will. Мне нужен сундук. Блин, я скачал Лобку Гайди, но... Блин, мне это даже больше нравится, чем оригинальный Half-Life. Да, мне он тоже больше нравится. Это я говорю, я включу Лобку Гайди, ну чтобы вообще было маленький. Ну все, была размазана, и мне это больше нравится, чем нормально. А-а-а. Стал все так, даже не знаю, побои красивее, чем... Так, давайте, друзья мои, давайте сделаем меч, пойдемте охотиться на нее. Ты не сказал,
Так, я открыл дверь, пойдем, куда глаза глядят, туда глядят, дальше, да. Ага, села. У меня мышка очень мало делает. Так, заказа. Так, куда пойдем, давайте сюда. Нет, а, блядь. Не знаю, я даже не знаю, что там у тебя в экране творится. Это крабики на трубиках. Эй, А, я знаю, я даже знаю, где это. Там место, там еще рядом хэп-костюм. Он не хэп-костюм, а это. ПЦВ. Я угадал? Это хрень так называется? Костюмчик. Костюмчик. Я взял костюмчик. Это не костюмчик, это ПЦВ. Твоя сыровая защита. Все равно это костюмчик. Я буду вот так называть, потому что я такой. Такой хаюсь. Это не костюмчик, это ПЦВ. А я сыровая защита. А я хэдкраб, который стоял сейчас в гильзе. Ладно, не буду смотреть, что делать. Это будет выглядеть эпично. Не хочу спойлерить, но я прошу полапосинга. Я хочу спойлерить, но мне казалось, что ты прошел весь опустить форс. Да? А почему ты не весь прошел? Из-за глюка. Я там тупо лагала на боссе одном. Не буду спойлерить, каком. Давай, ну, да, ломайся. Блин, я думал, тут нет ботов. Ну, хорошо. Тут их, по-моему, аж две штуки. Блин, убей моего спасителя, так нечестно. Убей доктора, медика, которого брал с собой. Зря его с собой, понял, конечно? Почему у меня лаги большие? Я не понимаю. У меня очень большие лаги. Наверное, за съемки. Ой, у меня тоже лаги, кстати, из-за съемки. Не, у меня, наверное, лаги еще из-за скайпа. Не, ну так, конечно, это из-за скайпа, 100%. Но я пройду всего одну главу и закончу. Не хочу делать видео большим. Сделаю такие маленькие, маленькие. Значит, ты хочешь, чтобы у меня видео было большим, а у тебя нет? Это что за дискриминация? Это всего одна глава будет, я больше не хочу. Значит, мои видео смотреть... Ух ты, какой баг прикольный. Да? Значит, мои видео смотреть стопками ты готов, а снимать нет? Это что-то новенькое. Я просто для вас хочу очень много играть. А то, думаю, нападет 3-4 монстра и все залагать. Кроме меня еще как крабы нападут. Бла-бла-бла, конечно. Блин, надеюсь, меня хорошо слышно. Слышно, иначе меня может сейчас будет очень плохо слышно. Трещинка. Кстати, на твоих видео меня лучше слышно, чем тебя, представляешь? Это я без тебя. Да? Я не знаю. Я не знаю, мне купить что-то нормальный микрофон. Я уже... У меня на твоих видео лучше. А знаешь, в чем прикол? В том, что в моих видео тебя слышно лучше. Так, что надо пропусти, давайте сохранимся. Я знаю, что надо делать, я прошел немало. Сейчас вот тебя не вообще никогда не послушаю. Блин, прикинь, я сейчас не ступил, я чуть себе под ноги не поставил оксиден. Прикинь, это был бы эпик фейл, если бы я себе поставил бы под ноги оксиден. Блин, деревня-то большая. Блин, я умер. Блин, я подошел слишком близко. Травушка, бабушка. О, блин, ты что, нет, полный крас. Пора, собака. У меня проблема с мышкой, она как-то очень медленно отбиться. Ну давай, он смертельный. Да нет, он нифига не смертельный, ладно. Ах, и крабики! Что за крабики-то? Он танцует!
танец был исполнен в качестве хэдкраба. Так, ладно, сохраняемся. И прыгаем через химию. Еще хэдкраб, да, получится? Хэдкраб, давай, покажи нам, класс. Да, ну что ж, я у нас дохренища пшеница, так что, чувак, это мой дом. Брось сюда, брось. Джимен, 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 ты разговариваешь с этим чувачком. Привет, Джимен. Джимен, стоять, уходи, нельзя уходить. Нельзя уходить. Эй, тебе тоже привет. Что ты разговариваешь, а? Не знаю. Так, я скачок. Я сейчас в основном разговариваю с очень разговором, что он не стоит. Так. Я пушек. Пушек. Теперь закрывайте на прокаба броня. Я уже буду. Вот, сохранение. Я подожду, я думаю, уже скоро кончится глава, скоро будет конец. Так, учился я паркурить, я совсем отучился. О, круто, обалденно. Да, тут будет супер ассасин скрин, сейчас я буду выполнять трюки, как настоящий ассасин. Сейчас я, прикинь, я из-за лагов не смог прыгнуть с моей крыши, на какой-то здание. Я это сделал, поздравь меня. Ну, я ничего не сделал, подожди, не надо поздравить меня. Я не знал то, что свиньи тебе занимаются на пшенице. Я сделал прыжки, поздравь меня, теперь я ассасин. Ну, блин, хэдкраб. А дом упал. Не смей. Ко мне иди. На Маркока. Маркоку. Да, я тебя поздравляю. Конечно, нож. Шо моё? Так, нагоним пока что свиней в дом. Ой, я не буду мешать, охренеть. Может, мне им дырку проделать? А то они так никогда не заполнят. Я знаю, как это делать. Нет, туда. Я тебя обязательно в дом запихну.
эфира, но я не люблю молчать. Так что, смотрите, я говорю с вами. Знаете, что я сейчас делаю? Отгадай, что я сейчас делаю. Прыгаешь. Не угадал, я сейчас бью вентилятор. Бить вентилятор, это так интересно. Я уже вообще под столом. Как думаешь, я уже под столом? Не знаю. Я думал, что по столом. Куда? Наверное. Это была такая смешная шутка. Блин, я только что провал у тебя плохо слышно. Так что я вообще очень классический звук. Вот я хочу, чтобы на 100% было слышно. Ладно, я думаю, я закончу серию, потому что не хочу, чтобы было очень длинный, для этого долго обрабатывать, так что я всем думаю, спасибо. Я думаю, серия будет короче, чем твоя. Не знаю. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк и ну, прощайте, короче. Пока, короче. Я, короче, закончу. Зрителям? Да. Моим. Так. Блин, я только сейчас вспомнил, то, что мне надо сейчас делать фанту. Блин, все-таки играть за кадром нехорошо, но немножко поиграть можно. Тебя ж мои зрители слышат. Знаю. Да ладно, не бойтесь, я только фанту. Блин, все, я уже из игры вышел, так что уберите кнопку от дизлайка. А почему? Они ж не могли так быстро тебя зайти на канал, пока они смотрят меня. Так что они поставят мне дизлайк. А я тебе говорю, они могут поставить тебе дизлайк. В общем, что мне дизлайк? Я не знаю. На сообщество. Ладно. Я же не успокоен встретить. Всем привет. Привет. Привет, с вами Софи. И он лечит свой сон вирус. Интересно, они под столом? Зрители, скажите, вы под столом? Как мне тебе ответить? Я не знаю, пусть в комментариях напишут. Я даже не знаю. Вырасти, как мы будем угорать над нашими видео? Мы когда мы вырастем, будем их ненавидеть. Понимаешь, думать, какие будут тупые видео, когда вырастем. Наверное. Вот как думаешь, когда вырастешь, ты будешь презирать те видео, которые были, ну, не знаю, какие тупые, свои старые видео, ты будешь презирать? Я свои, наверное. Я не знаю. Ой-ой-ой, я что-то нажал. Наверное, когда я вырасту, я стану совсем другим и буду презирать свои старые видео, а ты как думаешь? Не знаю. Когда уже будет новая глава, я не понимаю, у меня улазает все. Ладно, я буду тебя что-то разбивать. Не разбивай. Да? Угу. Я еще что-то буду разбивать. Так. Мне тут интересно кое-что, куда мне идти? Точно, прямо из Африки. Ладно, я... Че? Ой, да ладно, я не могу это удалить. Изыдучи... Так. Ой, я не понял. Я что-то не понял. Так, ладно, ух ты, а видео-то коротким даже получилось. Что? Видео-то коротким получилось даже. А нет, вру. 15 минут. У меня
меня будет больше втора. Да. Я. Ладно, выложу подкаст. Он быстро будет, я уверен. А я уже выложу свой подкаст. Ну, блин, жители-то не знают, как это будет с моей стороны. Ну, ты рассказывай, это будет секундка, так. Да. Ну, я говорил, мы обидим, я помню. Вот когда я думал, когда будет Стрёма так скажем, то я был, если я и буду снимать дальше подкаст, то меня через 4 осадится. Потому что мне уже 4 осадится, и мне больше не нравится. Ты думаешь, так, это бип-бип, это спойлер, я ничего не буду говорить. Напиши в Steam. Зайдите же, уйду, я сейчас выключу запись и напишу. Окей. Итак, мы продолжаем. Да. Это я продолжаю. Прям, мне что-то говорит. Да. Я хотел сказать... Так, что ты хотел сказать, говори, я молчу. Я тебе хотел сказать то, что Assassin's Creed 4 ждет судьба этого. Ждет судьба Call of Duty. Ты об этом знаешь? А я сейчас снимаю, так что не спойлери. Ой, ну и думаю, такие тонкие намёки не поймет никто. Но я же понял намёк. Ну ладно. Нет. Как же ты это вырежешь? Ты обязан это сделать. Я не умею вырезать. Плохо. Будет так, что с этим. Ладно, можно... Боже! А мне что-то в ковриде потянуло. Может, я сказал, что в ковриде. Клюк! Так заразительно. Я закончу прямо на этом месте, думаю, заказываю, чтобы было хорошо.